Rainbow English, учебник, 6 класс, 2 часть, Unit 4, Step 4, упражнение номер 6. Прочитайте текст «Коренные жители Америки» снова и дополните предложение. Мы их читали текст в 5 упражнении, то есть кто пропустил, можете посмотреть, переводы послушать. Теперь же разбираем, что из этого мы выберем. Индейцы всегда жили или не всегда жили в Америке? Как раз в начале текста говорится, что все-таки население пришлое это, то есть они пришли в Америку, значит, не всегда жили в Америке. Indians didn't always live in America. Второе. Коренные жители Америки жили большими группами или же все вместе. Но жили они как бы племенами, да, то есть там было много племен, так что, я так думаю, можно это озаглавить, как, ну, не заглавить, а заменить словом «большие группы», так что давайте вот так отметим. Native Americans lived in big groups. Третье. Индейцы создавали баллады и поэмы, кстати, тут как, ну, вообще-то стихотворение часто переводится, но вот здесь, кстати, возможно, именно поэмы имеется в виду, потому что это такое народное творчество у них, это не стихотворение, а именно что-то похожее на поэмы, или же песни и поэмы, чтобы помнить об их традициях и об их истории. Про баллады ничего в тексте не сказано, а вот про песни сказано, то есть songs and poems. Indians made up songs and poems to remember their traditions and history. Люди из Европы часто хотели или не хотели жить как хорошие соседи с коренными жителями Америки. No, they didn't want, они не хотели. People from Europe often didn't want to live like good neighbors with Native Americans. И последний, важно для коренных жителей Америки сохранять их стиль жизни или проводить свои фестивали. Ну, наверное, все-таки важно именно для них. Так, кстати, тут интересный вопрос. Но, наверное, все-таки важнее фестивали все-таки проводить, чем... Так, сейчас, секундочку. Нет, ну да, это важнее для сохранения народа, так что... To keep their style of life. It is important for Native Americans to keep their style of life.